На круглом столе стало известно о необходимости установить не 7 тысяч контейнерных площадок в Оренбургской области, а 21 тысячу. Об этом сообщил вице-спикер регионального ЗАГСОБа Александр Куниловский. Эта обязанность лежит на муниципалитете. Только после оборудования мусорной площадки управляющая компания обязана взять ее на баланс. Сегодня департамент по ценам наш областной сказал, что в тариф мы не можем включить ни копейки для создания контейнерных площадок, ни на реконструкцию площадок, ни на закуп контейнеров и на очистку контейнеров то же самое. Это должен сегодня делать муниципалитет за свой счет. Как сообщил Александр Куниловский, в сельских территориях проблема с вывозом мусора не стоит так остро, как в Оренбурге и Орске. Однако даже на востоке Оренбуржья негативных ситуаций меньше, чем в областном центре, отметил депутат ЗАГСОБа Аркадий Швецов. В Орске на самом деле были заменены контейнерные площадки, и там, может быть, какое-то количество не хватает. Мы видим, что там есть остатки мусора, да, который, может быть, не вывозится там срок. Такой момент. Но то, что проблемы с контейнерными площадками, таких нет. Александр Куниловский сообщил, что в ближайшее время регион получит федеральные средства на обустройство 9 тысяч контейнерных площадок по программе раздельного сбора отходов. Это решит лишь часть мусорных проблем. Однако, по мнению вице-спикера регионального ЗАГСОБа, заинтересованные стороны готовы сотрудничать и улучшать ситуацию. Анастасия Клёсова, Павел Чекмарёв, городской телеканал ЮТВ.